всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем. Праздник Святой Троицы, что стало в давыдовском лагере доброй традицией, начался с литургии в храме Владимирской иконы Божией Матери. Службу возглавил настоятель церкви, отец Владимир. Среди прихожан местные жители, волонтеры и дети с ограниченными возможностями вместе с родителями. Ведь именно для детей-инвалидов в первую очередь лагерь в Давыдово и работает. Сегодня ваш оператор в церкви снимал во время службы мальчика, который игрался со свечками. Значит, я думаю, что в обычном храме где-нибудь в Москве это бы не позволили делать, как бы непорядок. А тут вот такая обстановка, что этот ребенок занят делом, которое в конце концов куда-то его там продвинет. Открытие давыдовского лагеря 5 лет назад благословил архиепископ Кирилл. С тех пор каждое лето в село только за одну смену приезжает до 70 гостей, 20 из которых дети-инвалиды. Диагнозы самые разные – аутизм, синдром Дауна, ДЦП. Нам всем не хватает ритма, а здесь все очень ритмично. От правил до нахождения в храме. И, конечно, очень ценно то, что делают девушки, восстанавливают, возрождают народное пение, где каждый может себя проявить. Особенно, конечно, это важно для детей, у кого способности ограничены, но все равно жизнь-то есть. Для приема особых гостей в Давыдово есть свой городок. Так называют 15 вагончиков бытовок разной вместимости. Кто-то, если, конечно, захочет, может жить в палатках. Перспектива еще будет вторая смена, потом еще будет дикая смена, когда мы должны все-таки как-то перестроиться, отдохнуть. Но те, кто к нам давно ездит, они уже умеют сами организоваться. Поэтому если среди них находится лидер, который берет на себя внутреннюю организацию, мы также им предоставляем жилье, также наш творог, молоко к их услугам, вот и наша трапезная, свежий воздух. Реабилитация через посильный труд вместе со здоровыми сверстниками – главная идея лагеря. Не забывают организаторы и про духовную составляющую – участие в таинствах церкви, исповеди и причастие. Илья Барабанов, городской телеканал, село Давыдово, Борисоглебский район.